Друзья, всем привет! Сегодня я нахожусь в городе Сочи. Если ты хочешь, чтобы я приехал в твой город и снял видео именно в твоем городе, то пиши название своего города в комментарии. Сегодня я буду подходить к жителям города Сочи и шокировать их своим внешним видом, играть им на гитаре и притворяться новичком иногда. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ставим колокольчики, если хотите видеть подобное видео. 10 тысяч лайков и выйдет новая часть. Так, давайте, сейчас сыграю. Какую музыку слушаете? Не знаю, вообще разную. Как вам внешний вид, кстати? Отлично. Нормально? Нравится? Вам не жарко хоть? Нет, я... Так. А знаете, песня называется «Птичка хамалиновой». Да. Вот. Я не пою, я играю только. Сейчас вам сыграю. Так. Как вам? Хорошо. Понравилось? Да. Прям круто, да? Да. Как я? Чувствуется, что лучший гитарист да, в мире, да? Вот тут петличка, тут надо погромче говорить. Очень чувствуется. Чувствуется, да? Да. Ну прям вообще ничего менять не стоит. Прям аж до дрожи. Прям хорошо. А как да. Накачан я, хорошо? Отлично. Заниматься еще мне стоит? Я думаю, нет. А как на гитаре заниматься тоже не стоит? На гитаре, думаю, нет. Ну прям хорошо. Прям отлично было, да. Да ладно, ну давайте еще разок сыграю. Ну давайте. Так какой вариант был лучше? Конечно же второй. А, ну первый тоже, да, был ничего? Первый неплохой был, да. Первый тоже неплохой, но второй лучше, да? Да. Так, ну понял, все, спасибо. Как спасибо бы, вот, большое. Все. Спасибо за хорошее настроение. Всего спасибо. Доброго. Привет, хочу на гитаре сыграть. Ага. На гитаре не хочешь послушать, сыграю? Спасибо. Давай. Продемонстрируй свой уровень игры на гитаре. Один из лучших, кстати, в мире. А какую музыку вообще слушаешь? Любую, да? Я не пою, я просто играю. Нормально? Наверное. Ну как уровень? Чувствуется? Я не знаю, я не понимаю. Нормально? А, ну видно, что я хорошо играю или плохо? Ну ладно, еще разок. Разок. Еще разок. Какой вариант был лучше? Второй. Второй вариант, однозначно. А, внешний вид, кстати, мой как? Прям супер, да? Это не настоящий? Это настоящий. Да, не выглядит. Ну, вчера записался в спортзал, хожу. Почему, да? Ага, настоящий. Настоящий, да. Ага, настоящий. Вот, пресс еще, это все как бы нормально. А это что за линии? Что? А что за линии такие? Линии? Ну, это так, татуировка. И скажите, чтобы к ведьме пошли, зелье специально. Да. Здравствуйте. Гитару можете какую-нибудь посоветовать для начинающего?
А что играть? Ну, я не знаю, что-нибудь поиграть. Например? Ну, там, аккордами, классику, может быть, я не знаю. Что? Дворовыми аккордами? Ну, я не знаю, классику, я не, ну, дворовыми, я не знаю, просто. Просто если для классики будет гитара одна, если для дворовых аккордов будет другая. Это разное, да, получается? Да. Они для разного, скажем так, они звучат по-разному, абсолютно. Классическая гитара, она с нейлоновыми струнами. Она звучит как классика, очень мягко и тепло. Все, что мы знаем по типу там сой, сплин, сектор газа, ну просто как, например. Как правило, играют это на гитаре акустической, не надо много. Классика уже. А легче на какой изначально? Нельзя сказать. Что так одинаково. Есть поверье, что на классике проще, но я в это слабо верю, честно говоря. Можно классическую какую-нибудь попробовать? Это вот хорошая? Да. Настроенная, да? А где ее можно сесть? Вон стульчик, пожалуйста. Так. Так. Гитара не намочи, пожалуйста. Так, хорошо. Настроена, да? Спасибо. Да, не за что. Спасибо. Как вам? Костюм мой. Как тебе не жарко? Да жарко вот. Жарко. Ну мы видео снимаем. Да, я уже понял. Так, сейчас мы сливаем пот. Промежуточная съемка. Вот смотрите. Смотрите, как жарко. О. В Новошахтинске было попроще снимать, кстати. Там не так жарко. Здравствуйте, не хотите на гитаре послушать? Я? Да. I don't know how to do it. I want to play. Yes, I want to play the guitar. With me? Yes. For you. For me? Yes, yes. Oh my god. Yes. Sorry. Thank you. Do you like it? Did yeah, you like it? Yeah, I like it. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you for reaction. Thank you. Thank you. Добрый день, круто играете. А можно попробовать? Я тоже гитарист. Одну песенку всего лишь сыграть. Да, конечно. А вы? Не, я хотел бы на вашу, у вас подключённую, а вы можете пока мою. Так. Давно занимаетесь? Да, достаточно. Так. Thank you.
Так, что-то никто не смотрит. Все, спасибо. Ну, мы тут видео снимаем. А ты уже снял что-нибудь, да? Да, мы тут по городу ходим, снимаем чисто прохожим, как играю. У меня гитарный канал в целом. В Ютубе, да? Да, Николай Попов называется канал. Ну и как получается? Ну, так, занимаюсь этим. Валь, ты что, на такой играешь? Ну, я играю и на классике, и на акустике. Сложно, например, вот это то, что ты играл, на играть на этом? Ну, я здесь другой репертуар играю. Здесь я играл более классический, а здесь... А здесь уже такое, знаешь, типа там... Ну да, понял, типа того. Ну, в костюме в целом очень неудобно играть. Да, вообще, он 9 килограмм весит, тут сидишь вот так вот. Где ты взял? Дай я потрогаю. Это... Да ладно. Это просто... Это, говорят, самый реалистичный в мире. Я купил костюм. Не, ну, я на американском Ютубе увидел, там один ходит. Я такой подумал, в России еще такого никто не делал. Нормально, вообще, удачи. Заказал, тебе. Купил. Красавчик, удачи. Все, спасибо, ты тоже хорошо играешь. Спасибо. Ну, здоров, хорошая форма. Качаешься? Привет, спасибо. Ну так, занимаюсь. Качаешься, да. Как химию употребляешь или так, да, чисто нет, натурально? Да нет, так, чисто в натурах. Ну так, вся таблица Менделеева тут вот, дома лежит. Как вообще, на турничках или так занимаешься, ну, в зале? Да, так, да, на сырниках маминых. А, на сырниках, как да. Шредер, не смотришь его случайно? Да, смотрю, так, а как тебе моя форма? Блин, ну вообще классно. Как, натурально, да? Натурально, да, накачался. Видно, да. Стероиды не принимаю вообще, типа, ну, да, в зал так, хожу. Чисто гормон роста иногда. Недавно начал заниматься, кстати. А, да, недавно? Вообще недавно, да. Так. Ну, я так, ну, 2-3 года занимаюсь, что-то вообще результатов нет. Что-то это долго. Как... Ну, форма хорошая, но я вот я занимаюсь где-то около недели. А на чем-то это, в чем прикол? Генетика просто хорошая. А, да? Да, типа генетика. Плечи да. Тоже такие, да? Вот, просто да, просто повезло, да. Можно не питаться, просто качаться, знаешь, так само собой идет. Я понял, вообще классно. Типа, ну, повезло, знаешь. Типа. Блин, ну это классно. А ты прям классно. Занимаешься, да? Ну, блин, стараюсь, да. Приходится, знаешь, заниматься, а то живот там иногда бывает. Ну, молодец, молодец. Типа, о, гитара, видишь, пришла мне гитара тут. Я еще гитарист, я умею играть хорошо, кстати. Серьезно, какие играть умеют? На гитаре. Да, я занимаюсь гитарой уже давно. Вот гитара, я, кстати, качается, это мое хобби, я только начал недавно. Ну, иногда и пальцы, ну, да, прокачиваются. Ну да. Иногда вот, помогает. Да, гитарой я занимаюсь всю жизнь, получается. Я один из лучших гитаристов в мире. Mm-hmm. Не то, что в России, а в мире. Могу продемонстрировать? Ну, можно, пожалуйста, да. Так, сейчас. Как мне, тебе? Мне кажется, качки не для этого созданы. Че, не очень? Вообще когда не идет. Сейчас, я переволновался. Давай еще разок попробуем. Да, давай, конечно. Так. Вау! Ну вот это другое дело, да? Да? Оно. Так. Блин, классно очень. Спасибо. Какой вариант лучше? Ну, наверное, второй 100%. Второй лучше. Ну, мы YouTube снимаем, да, вот ты заметил. Камера. Да, нифига себе. Так что вот. Блин, классно. Николай Попов канал называется. Николай Попов, все, обязательно, да. Подпишусь. Классно, классно, ребята. Все. Так, это костюм, если заметил. А, серьезно? Да. Нифига себе, так прям как будто бы это. Да. Настоящее. Так, сейчас идем, надо подкрепиться после съемок, снять, купить еду, точнее. Здравствуйте. Здравствуйте.
собой можно еду? Так, можно один кусочек вот, вот этого? Нет, вот это вот. Да. Можно вот этот шашлык один? Вот. Ну, он одинаковый? А, это семга, да? Он дорогой, да, наверное, получается? А с курица есть какой-нибудь? Нет, а что должен? Спасибо, да. Это мне вода или этот? Нет.